Если мы согласились с такой солидностью, то ну и ради бога, да? Хотя чуть поменьше, вот так, наверное. Да? И если мы применим модификатор Subdivision, то будет маловато. Видите, вот так легче проверять. То есть вот так будет хорошо. Так, и далее, если мы скажем, солидность нам нравится. Она выглядит действительно неплохо. То мы скажем apply. О-хо-хо-хо-хо. Что ж такое-то? Тогда мы это убираем. Это убираем. Смотрим. Вот это вот. И вот это. Клиппинг. Побольше сделаем клиппинг. Так вот. Проверим сразу Subdivision. Сейчас все нормально. И следом проверим клиппинг. Сильнее солидности добавим. Сейчас ничего не происходит. Сейчас все будет нормально. Чуть-чуть еще, чуть-чуть. Чуточку на одну. Так вот. Так, Subdivision. Нам это не нужно. Вот так. Все хорошо. Скажем, солидность нам нравится. Посмотри, сколько времени занимает. А? Я даже не ожидал. Но подозревал, что не будет так просто, потому что делать солидное. Но чтобы так. Уж так. Так, давайте дальше продолжим. Теперь мы возьмем вот это. Так, это и скажем Shift D. И P Selection. Это стекла глаз. И немножечко мы, наверное, ее должны S. Нет. S. Отделяется? Конечно. S по Z. Это из-за того, что здесь мешается mirror. Или оставить так. Хотел бы чуть побольше сделать. Так. И вот это тоже.
Все. Чудненько. Угу. Отлично. Далее давайте мы делаем следующее. Пойдем увидеть вот это. Сейчас сразу же применим к ней Subdivision. Перетащим его вверх. Угу. Он не работает так. Так, Subdivision вниз. Пока mirror не включен, ничего не будет. Так, ну давайте mirror попробуем. Play скажем. Subdivision. Допустим, 2. И здесь shade smooth. Но. Нормально. Вот так. Все прекрасно. Здесь, правда, но это надо еще вот здесь делать, Subdivision. Чтобы понять, все ли тут нормально. Subdivision 2. Мы видим, что не совсем нормально. Значит, тогда что? Вообще, почему половинка-то у нас? Странно. Куда делась еще одна? Придется назад отойти. В чем дело-то? Так, сделали вот так, теперь поправили, все отлично. Я вот думаю, что вот надо было, следовало сделать это внутрь, а не наружу. Давайте подвинем чуть-чуть вот так. Вот. Здесь все-таки образовались какие-то, где я соединил, да? Какие-то все-таки образовались точки.
что-то здесь не так. Давайте мы попробуем сделать следующее. Выберем все. И пойдем M. Дистанция. Дистанция сейчас сделаем, допустим, 0,6. Так, применим. Говорит, что ничего не менял. В то же время здесь вот такая бяка есть. Сейчас попробуем по-другому. Вот это вот уничтожить. Фейс. И вот этот фейс уничтожить. Так. А, вот тот фейс. Вот в чем дело. Вот этот тянул. Теперь так возьмем этот F. Лучше немножко посидеть, постараться, чем потом спотыкаться глазами о эти косяки. Вот тут не все верно, наверное, хотя. Ну-ка, давайте еще раз сейчас назад. Да, вот оно. Видите? Вот этот вот. Вот этот нам будет мешать. Поэтому мы его дынц и удалим. Фейс. После этого можем закрыть все. Должно быть хорошо. Тем более время у меня есть. Я до пятницы совершенно свободен. F. Вот. Видали? Все, отлично, миндали. Далее переходим опять к нашим очкам. Выделим их. Тут красиво стало, гладко все. О, молодец какой я, прям я не знаю. Так, тут еще надо ленточки сделать, но сверху, наверное, наложить придется, не изнутри. Так, тут у нас все хорошо пока что, кроме вот этого стекла. Пока отключим. Давайте первое, что сделаем, выделим это. И скажем, что нам нужно вот здесь. Не будем отдельно делать. Мы сейчас вот так сделаем. Вот выберем вот это. А потом просто-напросто Е. Иначе у нас целая проблема будет. И теперь еще Е внутрь. Вот так. Также здесь Ctrl-R. Нет, теперь уже оно не делается, естественно. Так, тогда мы сделаем так. Вот это выберем. И вот тут прорежем. То есть, где у нас бисерка? Я его называю, хотя он бисект, но я его называю бисерка. Режет он не по-детски. Так, вырезали. И тоже мы говорим, что нам надо это вытянуть. Е. Так. Ну, теперь вперед из песни, да? Как бы очки мы сделали. Далее нам остается только проявить мужество.
я уже сказать play. И здесь сказать subdivision. О, почти то, что мне нужно. Почти что. Угу. Ну, надо два как минимум. Вот так. Два как минимум. Вот. Ctrl-R. Ctrl-R. Это не совсем не нравится. Нет. Селект. Вот тут возможно. Я вижу, что тут. Так, ну-ка. Вот так. Сделаем потом M. Distance. Нет, он говорит, тут все нормально, а оно не все нормально. Ну да ладно, мы сюда пимпочку не поставим, да все. Так. Вот. Давайте мы еще сделаем одну вещь. Прорежем Ctrl-R вот тут и Ctrl-R вот тут. Сейчас поймете почему. Потому что мне нужны точки. Вот эта точка мне нужна. И вот эта. Нет, ну по одной будем делать. Дальше включаем вот эту вещь. И начинаем вытягивать. Такую делать полукруглую. Чтобы не было плоской. Ну и раз у нас тут все равно какая-то бяка, можем сделать так сейчас. Просто встать в позу вот эту и удалить ненужное B. Вот это удалим. Далее мы вот эти, скажем, нет, нет, никаких проблем, то есть нет у меня дистанции. А я прям чувствую, что что-то здесь не так, хоть вы меня убейте. Далее. Выделяем этот объект. Два на него, два на очки потратили, два. Боже мой. На шлем одно, на два, на видео. Так, убираем. Говорим. Mirror. Смотрим. Все равно здесь получается чухня. Вот.
Ну, вот так более-менее выпрямили. Угу. Ну и смотрим теперь на произведение искусства. Видим, что стекла ушли. Молодцы. Назад. Я вам объясню, почему. Потому что слишком мало здесь этих. Поэтому сделаем аккуратненько. Почему такое произошло? Вручную иногда бывает тоже полезно поработать. Вот так. Все прекрасненько. Теперь скажем. Смус этот, конечно же, от 30 градусов заточим. Все, да? Но вот это мне не нравится. Это значит, что мы вот тут... должны провести линию Ctrl-R. Так, и тут тоже. Ctrl-R. Четко. Ну и здесь. Так, тут бы еще пимпочку какую-нибудь поставить. Давайте поставим. Так, Ctrl-R. Ctrl-R. Здесь почему он не сделал с контроллера? Странно вообще-то. Не хочешь? Мы тебя заставим. Где наш бисерк? Так, еще раз. Так. Угу.
еще раз попробуем. К здесь простая. Готово. И по идее, если мы встанем сюда, возьмем Ctrl-Shift-D, то мы сделаем такую штуку. Но нам надо в другую сторону ее. То есть вот сюда. И сегментов у нас должно быть больше. Так, допустим. Да, хорошо. И далее мы можем это выдвинуть. Е. Е. Да. Такая блямбочка. Ненавязчивая. Тут тоже выделим. Скажем, mesh, tool, скажем, циркл. Вот так. И немножечко вперед. Е. Так, еще раз Е. Так. Чудно. Ну, осталось эти. Не успеваем ремешки сделать и застежку. Но я думаю, это уже может быть попозже.